В фестивале спорта «Время сильных» приняли участие более 400 профессиональных спортсменов. В его рамках прошли соревнования и показательные выступления по разным видам спорта. Кроссфит, армрестлинг, гиревой спорт, пауэрлифтинг, армейский рукопашный бой, бокс и джиу-джитсу. В составе Краснодарской краевой федерации джиу-джитсу выступила главный тренер города Сочи по этому виду единоборств Ольга Авдеева. На фестивале спорта ее отметили заслуженными наградами и благодарственными письмами. Благодарность направили и в адрес руководства Сочи. Кстати, это первые награды города в этом виде единоборств, ведь джиу-джитсу официально начали преподавать на курорте совсем недавно. Да и в крае этот вид спорта пока в стадии развития. У нас джиу-джитсу вид спорта новый в нашем крае. И постарались сегодня собрать всех представителей, где сейчас развивается джиу-джитсу у нас здесь на Кубани. В целом, в соревнованиях по джиу-джитсу на фестивале в Краснодаре приняли участие порядка 50 спортсменов, в их числе и борцы, входящие в состав сборной России.